благодати человеколюбен, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Наша ради спасения Христос, истинный Бог наш, молитву Пречистая Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостол, святых славных и допропадных мучеников, преподобных и богоносных отец наш, ниже во святых отца нашего Николая, архиепископа Мелитиску Творца, ниже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, святых и праведных Богоотец, Иоакима и Анны всех святых, помилуй и спасет нас, яко благо человека любец. Святая Церковь празднует уже 10-й год. Вот Господень в Иерусалиме. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда Христос приблизился к городу, и смотря на этот город, торжественный момент и заплакал. О чем же он плачет, братья и сестры? Смотря на этот город, и не только на этот город, и окружающих Иерусалим города. Это Тир, Сидон, Вавилон, которые забыли про Бога. И погибали в растратстве и в заблуждении об этом городе, его святейший Владыка плачет. О каком же особенно городе он плачет в основном? Он плачет о Иерусалиме, который также жил во грехах, в заблуждении. И плачет о тех людях, которые жили в этом Иерусалиме, которые сами обрекли себя на осуждение и смерть. Плачет Христос об этом городе, потому что через некоторое время в этом городе совершится великое чудо, исцеление, избавление от всяких скорбей и болезней. И в этом городе воссияет величайшая радость. Воскреснет Господь Иисус Христос, и эта радость будет вознесена во всей Вселенной. Об этом, братья и сестры, Христос плачет об городе. И несмотря на то, что Священное Писание свидетельствует нам, что в течение своей земной жизни Христос плакал трижды в году, жди своей жизни. Плакал он вчера над воскресшим Лазарем, четырехдневным. Будет плакать и страдать в Гефсиманском саду, молясь до кровавого пота, по чаше, прося Бога Отца
да пусть же принесет эта чаша страданий мимо меня. Я святой Иерусалиме, который жил беззаконно, плачет о всех людях, которые так же, как и все жители, жили беззаконно, забывали про Бога. Одним словом плачет то, что он плакал в Гефсиманском саду. Это великая тайна и не подлежит объяснению. Также плачет, страдает о сострадании людей, плачет над Лазарем. То же самое, это великая тайна не подлежит объяснению. Плачет о Иерусалиме, плачет о каждом из нас, плачет и о тебе, человек, который держит в своем сердце, нет у тебя в сердце любви, прощения и согласия с другими ближними людьми. О них плачет Христос Великий. И вот несмотря на то, что все плачут, и вот встречает его как царя небесного, и несмотря на то, что настолько человек изменчив, меняет свое настроение, меняет свои нравы. Вот сегодняшний день весь город Иерусалим потрясся возгласами, криками «Осанна!». Но насколько человек изменчив, буквально через несколько дней этот же народ закричит злобными воплями «Распни! Распни!». Будет требовать его смерти и крови. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, мы пришли в этот храм, чтобы прославить нашего Спасителя по случаю входа его в Иерусалим. Зажжем со светом и радостью его посещения. Будем просить Господа, чтобы Господь не обвинил нас быть подобными иерусалимскими жителями, жить живой глубокой верой в Бога, просить Его о всех наших согрешениях, и Господь милостивый помилует нас и просить все наши согрешения, чтобы мы достойно могли встретить радостный праздник воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Благословен Бог наш, и царь, и Христу, и Христу. Освящается Майя, Слава, и Христу, 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 и Христу,